Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Nokia G21, и сейчас я покажу вам, как включить настройки разработчика на данном устройстве. Для начала мы переходим в приложение настройки, после этого мы проходим в самый низ, выбираем о телефоне, проходим опять в самый низ, и здесь мы видим номер сборки. И теперь нам нужно несколько раз нажать на номер сборки, после этого нам говорят ввести графический ключ, точнее наш пароль подтвердить. Подтверждаем, и теперь напишут, что мы стали разработчиком. Теперь мы выбираем систему и нажимаем дополнительно. И здесь мы видим для разработчиков режим. Нажимаем на него, и здесь у нас есть очень много настроек, которые вы можете уже сами самостоятельно посмотреть. И если вы захотите выключить режим для разработчиков, вы просто убираете галочку отсюда. И теперь нам требуется перезапуск. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.